Курган отмечает День города. В полдень здесь стал накрапывать дождь. По прогнозу синоптиков, к вечеру он должен усилиться. Не спутает ли это планы организаторов праздника? Состоится ли его главное действие – фейерверк? Съемочная группа «Курган.ру» проникла в святая святых праздника на пусковую площадку в горсаду. Специально для нашего информационного агентства пиротехники приоткрыли завесу тайны над тем, каким будет нынешний фейерверк. Общая продолжительность будет 5 минут. За 5 минут будет выстрелено где-то 300 залпов высотой до 200 метров. Максимальный калибр 150. Подробно о том, какими будут вспышки, собеседник нашего информационного агентства говорить не стал, сохранил для курганцев интригу. Лишь сказал, что разновидностей вспышек будет много, одноцветные, комбинированные цвета и так далее. Ну и самый главный вопрос, состоится ли фейерверк, если дождь усилится? Пиротехник успокоил курганцев, все будет. Конечно, современное оборудование, то есть позволяет в любую погоду безотказно выстрелить. Напомним, что праздничный фейерверк начнется на центральной площади в 10 часов вечера. Приходите и не опаздывайте. Павел Баев, Николай Волков, Владислав Базлев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».